Члены шестерки и Ирана на переговорах по ядерной программе Тегерана разъехались из Вены, но обещали вернуться. После консультации они намерены вновь встретиться в австрийской столице. Стороны пока далеки от согласия, но уже звучат призывы к компромиссам. Американцы считают, что раз они согласились на эти переговоры, значит, они должны дать результат. Это неправильная позиция. Успешными переговоры могут быть только тогда, когда условия сторон совпадут хоть в каком-то месте. Это ждать бесконечно невозможно. Как сообщает Рейтер, источники, близкие к переговорам, говорят о том, что в этот раз может случиться прорыв. Этому может способствовать последнее решение президента США, предполагают они. За 3 дня до крайнего срока окончания переговоров он продлил действие нефтяного эмбарго в отношении Ирана. Барак Обама объяснил это тем, что запасов нефти и нефтепродуктов из других стран вполне достаточно.